Продолжаем танцевать! Потопать и похлопать, да погромче. Веселая разминка перед эстафетой. Мама двоих детей Анна Ларина рассказывает, летние каникулы – самое подходящее время для развлечений, поэтому такие праздники семья старается не пропускать. Обожаем такие мероприятия, как сегодня, когда можно выйти погулять, поиграть, весело провести время и деткам, и родителям, и самое главное – всем вместе, если есть такая возможность. А в Новоивановском концерты, мастер-классы и спортивные события проходят нередко. Сотрудники культурно-досугового центра «Максимум» под руководством Сергея Цуранова знают, как угодить публике. Но сегодня повод особенный – День семьи, любви и верности. На территории нашего округа за последние годы проводится большая интерактивная программа в разных поселениях, в том числе и в нашем родном Новоивановском. Сегодня мероприятие приурочено, как вы видите, тематически к Дню семьи, любви и верности. Побежали! Осталось совсем чуть-чуть, букет отпишет под цветочка. Отгадывали загадки, танцевали, соревновались в эстафетах взрослые и дети. Главное – вместе, как и полагается, в день Петра и Февронии Муромских. Отвлечься от ежедневных забот, побыть в кругу самых близких – это главная цель праздника. Сегодня мне очень понравилось, как мы танцевали, как мы бегали и передавали солнышки. День семьи, любви и верности, как и день рождения, раз в году. А вот таких праздников будет еще много. Афишу можно найти на сайте культурно-досугового центра «Максимум». Лада Дудко, Илья Павлов, телекомпания «Одинцова».